Очереди на улице сегодня сразу в нескольких офисах МФЦ. Ажиотаж. Чтобы только зайти внутрь, людям приходилось ждать у входа часами. И вот как происходящее комментируют сами тюменцы. В основном все стоят для регистрации на госуслугах, потому что нужно показывать везде QR-коды, да, никто не пускает. Все очень сложно. На улице мы простояли больше 2 часов, на холоде. Никакое там расстояние нет, друг на дружке прямо. Все пожилые женщины, здесь еще вот сколько? Ну какое там 1,5 метра или метр? 20 сантиметров, наверное, друг на дружке. Сосредоточьтесь, пожалуйста. И аналогичная картина в разных точках города. Причин, как нам удалось выяснить, несколько. Нерабочая неделя, после которой обращений стало больше. А один из офисов находится в торговом центре, куда войти можно только по кодам. Плюс из-за ситуации с ковидом всех сразу пустить не получится. Горожан просят идти в более крупное отделение МФЦ, пользоваться предварительной записью, да и вообще пока отложить посещение, если возможно. Если смотреть статистику октября, 400-600 обращений за день было, тут 1523 за вчера. С таким увеличением, если у нас обычное количество обращений где-то около 6500 в день, и сразу плюс 1000, мало какая организация спокойно справится.